Привет моим подписчикам, зрителям моего канала. Ребята, сегодня хочу сделать пиццу. Итак, начнем с теста. Для начала возьмем 200 мл теплой воды, 1 чайную ложку сухих дрожжей, 1,5 ложки соли, ложку сахара и хорошенько перемешаем. Далее начинаем подсыпать муку. Муки обычно уходит где-то 450-500 грамм на такое количество воды. Подсыпали муки и начинаем замешивать тесто. Подсыпаем еще муки, вымешиваем ложкой. Когда тесто превращается уже в комок, начинаем мешать руками. Весь процесс вымешивания занимает где-то 5-7 минут. Когда у вас получится вот такой колобочек, добавляете пару столовых ложек оливкового масла и еще вымешиваете 3-4 минуты. Далее накрываете тесто пищевой пленкой или полотенцем, оставляете на 1,5-2 часа в теплом месте. Вот так выглядит тесто через 1,5 часа. Теперь начинаем формировать заготовки для пиццы. Подпыляем стол мукой и начинаем делать заготовку. Итак, делаю бортик таким образом, и все, заготовка готова. Для пиццы я буду использовать два вида сыра моцарелла. Вот, это мягкая, и твердую. Твердую натираем на терке. На одну пиццу достаточно будет 100 грамм сыра и 4-5 шариков моцареллы. Итак, делаем соус для пиццы. Я беру томатный соус, натуральный, где-то грамм 150. Выжимаю один крупный зубок чеснока. Добавляю итальянские травы, то есть здесь уже все, и базилик, розмарин, еще какие-то интересные вещи. И по вкусу вы добавляете соль, сахар и можно немножко оливкового масла. Хорошую щепотку соли, потому что соус у меня не соленый, он натуральный. И буквально чайную ложку оливкового масла для вкуса. Для мясной начинки я сегодня буду использовать вот такую красивую нарезку. Сверху пицца будет украшена вот такой итальянской колбасой. Для того, чтобы дно у пиццы было с хрустящей корочкой, я всегда посыпаю муку. Можно использовать цельнозерновую, у меня кукурузная мелкого помола. Прикладываю заготовку. Наносим соус. На соус я насыпаю твердую моцареллу. Далее идет мясная колбасная начинка.
слайсы помидоров. И завершающий штрих — это мягкая моцарелла. Так, в это время у нас духовка уже разогрелась до максимума. Отправляем пиццу где-то на 12-15 минут, в зависимости как у вас работает духовка. И потом презентуем. В конце еще посыпаем итальянскими травами. И добавляем немножко оливкового масла.